Двигайтесь вдоль дороги, стараясь не повредить строение и технику. Поздравляем! Вы научились управлять танком. Займите огневую позицию. Она обозначена на мини-карте, расположенной в правом нижнем углу экрана. Будьте внимательны, пересекая болото. При движении по труднопроходимому грунту скорость и маневренность танка снижается. Наведите орудие на вражеский танк с помощью мыши. Когда противник окажется в прицеле, контур его танка станет красным. Готов! Поздравляем! Вы уничтожили первого противника. Займите огневую позицию. Она обозначена на мини-карте, расположенной в правом нижнем углу экрана. Уничтожьте вражеский танк. Перед выстрелом дождитесь, пока разброс орудия станет минимальным. Включите автоприцел. В реальном бою вам придется постоянно двигаться, иначе вы станете легкой мишенью. Автоприцел поможет вам проще целиться на ходу. Уничтожьте вражеский танк в движении. Прицеливаться вам уже не нужно, так как автоприцел сделает это за вас. Не пробил. Пробитие. Есть пробитие. 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 Поздравляем! Вы уничтожили тяжело бронированного противника. Займите позицию для обнаружения противника. Чтобы уничтожить последний вражеский танк, сначала необходимо его найти. Противник может быть обнаружен, если находится в радиусе вашего обзора. Спрячьтесь за кустами для маскировки. Чтобы противнику было сложнее вас обнаружить, укрывайтесь за кустами и кронами деревьев. Кроме того, танк менее заметен, когда стоит неподвижно. Уничтожьте вражеский танк. По движущимся удаленным целям стреляйте с упреждением, то есть в переднюю часть танка или перед ним по пути его движения. Пробитие. Не пробил. Попадание. Поздравляем! Вы научились использовать укрытие и стрелять по удаленным целям. Обучение успешно завершено.